Добрый день, меня зовут Михаил Шальвер. Я родом из села Кангас, Гагаузия. Это самое большое село в Европе, ну, или нам так нравится говорить. Я управляю зоной свободного предпринимательства. Это промышленная площадка, где располагаются различные резиденты, промышленные предприятия. От меня очень многие ожидают всего. И власти, и население. Это и создание рабочих мест, это привлечение инвестиций. Но это очень сложно на самом деле. Сложно в том плане, что у нас нет реальных рычагов, финансовых рычагов. Я использую очень часто гагаузский язык в своей работе. Чаще всего это, конечно же, при общении с потенциальными инвесторами из Турции. Не знаю гагаузский с детства, поможет его, наверное, изучить нахождение в среде. Это больше общаться с людьми из села, потому что, к сожалению, у нас в городах больше люди говорят уже на русском языке. Но в селах до сих пор говорят на гагаузском. Должны помнить свою историю, и сохранение нашего языка – это сохранение, как минимум, нашей гагаузской истории и культуры. Румынский язык я начал изучать в школе в 5 классе, но, как всегда, у нас в школах изучение языков – это не самая сильная сторона. Изучил язык очень легко, играючи, можно сказать, потому что изучил его благодаря одному сериалу интересному, называется «Sunset Beach». Он был на английском языке, субтитры на румынском. Когда я его начал смотреть, я не понимал даже двух слов на румынском. Но в течение 3-4 лет, сколько шел этот сериал, я его довольно-таки хорошо изучил. Это мне помогло изучить как румынский язык, так и английский. Я себя считаю полиглотом. Нам легче справляться в этом мире, потому что мы знаем языки из разных языковых групп. Поэтому и в моей работе я это часто применяю, куда бы я ни ехал, мне это очень помогает.